я шеф, ребятки. Ты чё? Теперь я. Давай ты мне ультанешь, я пойду и пистолет заберу. Мне третий СБ. Нет, ладно. An announcement to all personnel. Please. Самого нет. О, доброс. О. О, негр. Эль, ты не негр, ты кто? Ты кто по нации? Я Эмлот. Понимаю. Понимаю. Ты нихуя не видел. Да, он сам знал. Он застрелился, он застрелился. Чтобы качественно всю работу да делать. Блять, качественно нихуя не сделаешь. Рупер, дай, блять, невидимость. Вот сделаешь. Это качество. Ты просто. Здорово. Хуя. Ладно, тоже смешно. Как ты угарно, блядь, выглядишь. Ну-ка. О, спец, можешь с нами пойти, я тебе разрешаю. А, вот, ИГП с нами можешь пойти. Пошли, гуляй, 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 гуляйте. Пидоры, чтоб тебя в жоп. Не понял. ГП, ты лох? Признавайся. Инвиз, 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 дай. А, ну все, уже не надо. А, нет, 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 нет. Бро, давай. I thought I lost you for a moment there.
containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Бля, нас невидимым ты не хотел сделать, ладно. Где спидвагон? Спец, нам по 5. По вами идет и сип? Нет? Я нихуя. Тимал, ты? О, пистолет. Да нахуй ты его скинул, мне нужен. Такой, у тебя есть же. Стой, так это глоко 17 скинул. Я не негр. Бля, ты кто? А, бля, ты черный у меня. Сорян. Ай, блядь, 15 хп. Иди отсюда, блядь, ты мне мешаешь. Ладно, вы ебнули джагу, отлично. Сколько у тебя невидимка будет? Это способка открыта. От КДС. Одна поп. Дебил. Идем. Она чтобы не блин нашла две долго, это невидимка. Куда убежал? Нам нужен. Лифт невидимый нас делает. Лишь когда мы приедем вниз, и мы отпиздим. Я там бом. Ехать. Здесь. Понял. Иди. Филон, иди вызывай. Лифт вызывай, Филон. Ну ебаный рот, Филон, блять, давай быстрее на. Блять, как же вот мы эти сук. Мы, блядь, в таких условиях должны дефать БГ нахуй. Давай, в лифт, быстро, едем. Все, сейчас приезжаем и жмешь способ. Все, жми. Yeah.
убил, убил, дефай, 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 дефай. Блять, пи.
нахуй, на свой же вопрос. Ты не можешь не, аргументировать свой, блядь, как бы свои вопросы. Давай нам. А что ты не можешь аргументировать то, что ты сказал, понимаешь? Давай. Ты не можешь аргументировать то, что ты сказал. Да, то, что я пойду на фистуке, я спокойно аргументировал. Что ты сапоги меняешь? Ты мне сказал, у меня низкий IQ, ты не можешь аргументировать почему? Почему? Отвечай. Если ты не сможешь ответить, значит у тебя низкий IQ. Зачем говорить тому, у кого низкий IQ, что у него низкий IQ, сам это не признает нам. Все, понятно. Все, можешь ничего не говорить, в принципе. Не, я просто, чувак, ладно, не может аргументировать свои ответы, уже и он поздно говорит... Да, пора бы, да. Да, сейчас. Павел уже зашел наблюдать, типа, ребята, поэтому он все молчит. Хуйня. Да, это, да, у меня, да, это, шопа-шоп, у нас шумки осталось. Дэшка не это успеет. Бывает. Кстати, да. Если под усилкой, то успеет. Ну, хотя даже под усилкой уже нет. Там просто длинный такой. Все, блядь, пошел так нахуй. Вон усилка валяется, а он ее не взял. Ну, даже слышишь, Паша, ну что это за провокация просто открытая? А кто был крикуном? Я. Маленький ребенок. Крикунем. Чел красавчик, честно. Это хип Луина, сегодня Гука Бадим, ой, блин. Нет, крикун хорош, крикун хорош, должен быть в ДПБГ. Крикун руина. Жаль, конечно, что он ПР словил жесткий. Крикун, ясно все с тобой, крикун. К сожалению, у нас Руперт оказался американцем, и он не понимал, что я говорил ему. Как бы мы бы все равно бы БГ задефали, то что он бы невидимку бы юзнул, и все, блять, мы пробежали бы. Ну, да, мы тогда задефали БГ. Но когда меня крикун, конечно, к стене зажал, это было, конечно, очень весело. Согласен. О, девочка. Прижал к стене.